Офигеть. Это невероятно. Ну что, на сколько ставим, сколько сил даст? Ну, вот я 20? Это, ну, мне кажется, где-нибудь, ну, наверное, 22, может быть. Ну, давай я 15-ку поставлю. Я ставлю 18. Ну, я на 15 сил ставлю. Я ставлю 18. Тогда, ничего себе. Тогда 20. 19,5. Ну, смотрите, штатно на нем 24,5 силы. Видишь, завод... Ну, это не может быть, да, сейчас? Но я... Я думаю, 20. Карбюратор, ну, зажигание не очень настроено. Офигеть, это невероятно. А что, ну как бы, архаично все? Не, просто сейчас попробуем, интересно же. Ну очень, да. Благо то, что, ну как бы, не среднестатистический мод, и это как бы... Спасает, да? Спасает иногда, да. Но еще от гайцов не прилетало? Да, слушай, я же 5 лет на нем езжу. Как-то договаривались. CMD, да? Объем у него какой? 749. А он двухтактный же, да? Четырехтактный. То есть это практически современный мотор. Ну, 70 лет мотора. Ну да. Кстати, очень много кастомов построил на основе вот этого. Я знаю, да. Очень благодарный мотор. 750? Ну, 750, да, класс 750. Так. Надо будет разогнаться до максимальной скорости. Ну это не сразу я так сделал. Я понимаю, да. Ну вот сколько как бы делай как надо, разгоняйся, передачу переключай. И на максимальной скорости выжать сцепление и просто дать динамометру посчитать паразитные потери. А, просто разгоняясь до конца, да. Выжимаю полностью сцепление, и просто нет, и сцепление держишь. Ну, выжимаю. Да, да. Газ отпускаешь, сцепление. Сидеть держишь. Я на нем буду, ничего, да? Ничего страшного. Эхо войны тоже, да, салфетки? Нанна. Салфетки неправильные. Вот, ты знаешь, когда руки грязные, там не приходится думать. Похую, да, правильно, неправильно. Правильно. Вот. Значит, смотри, все то же самое. Единственное, я вот уже ударился в этот. На третьей передаче он потонул. Вот опять, когда будет вот это, я тогда опережения не буду, оставлю как есть. Да. А так он работает на закрытом, представляешь? Угу. Вот я закрою газ, и ты с этим говоришь, давай и все. У нас 12 сил получилось? Да. Ну, сейчас еще один тест. Я понял. Потому что отсечка не сложилась. Ждем еще? Горячий?
Что получилось? 14 сил, да? И крутящий 50. Ну ты говори. А я был ближе всех 15. Да? По 100 баксов скидывайтесь мне. У меня же достаточно консервативно показывает лошадиные силы. Ну, может быть, он да, и не 100%. То есть, это просто... во-первых. Во-вторых, абсолютную точность замеров мы не смогли обеспечить, потому что мы не знаем, на каких оборотах он крутится реально. Ты сказал 4500, а у меня я реально до 4500 не докрутилось. Да. Угу. Что у вас? Сейчас. Так, значит, смотрите, мотоцикл заводится только на нейтральной передаче, угу. Когда сцепление не выжато. Ага, то есть, понятно. Когда есть сцепление просто через коробку. А, так получается сцепление без пружины, что ли? Оно, она есть, как бы, оно помогает, но оно само фиксируется. Оно само может и так, и да, так. Да, ты можешь его отпустить. Вот это зажигание, то есть включаешь, допустим, в первое положение, горят две лампочки, они да. Просто военного образца. Я вижу, да. Вот. Это включено зажигание. Да. Мы мотоцикл заводим. Мотоцикл заведем, взяли крестя. Потом с этой стороны уже заходим. Один уже с этой стороны поеду, блядь. Сейчас надо еще, когда будешь зажигание разворачиваться, тем. Разворачивайся не на левую сторону, а на правую. Почему? Потому что у тебя тут нога, не сможешь выжать сцепление, руль влево. Понимаешь? Подожди, рано. Зажигание. А, да. Ну, не заведется. Ты проигрывал. Полдня привычки и как бы. Слушай, она громкая, да? Сирена громкая. Да, да это она не громкая еще. Вот если разогнаться, миль 60, она уши просто заложит. Класс. Это я в экстренный момент все-таки забыл для сцепления в него. А это ничего страшного, это просто навык надо наработать и все. Слушай, офигенно, спасибо.